нас в центре есть 5 видов различных массажных кресел. Про пользу массажа, наверное, говорить много не надо. Почему это используется в качестве такого механического агрегата? Кресла рассчитаны на большое количество состояний организма, большое количество заболеваний. Есть кресла, которые работают со взрослыми, есть кресла, которые работают с детьми. Что мы можем улучшить? Мы можем улучшить общее состояние организма. Мы можем выбрать лимфодренажную функцию. Мы можем выбрать функцию расслабляющую. Мы можем выбрать глубокий массаж. Конкретно эти модели отличаются тем, что они участвуют в функции растяжения позвоночника. Это ослабляет связки, которые держат позвоночный столб, и снимает нагрузку с различных отделов позвоночника, от шейного до крестцового отдела позвоночника. Перераспределение жидкости. Это очень важно, особенно для состояния, предположим, при различных там, заболеваниях сосудистых. Это очень важно для женщин. Они это дело очень любят, потому что так называемые целлюлиты, они образуются именно от большого количества жидкости. Мы можем как вывести эту жидкость при помощи прессовой терапии, так и перераспределить ее по всему организму. Мужчин мы тоже не забыли, поскольку здесь происходит массаж по всей поверхности тела, то органы малого таза, они тоже как бы дают очень хороший лечебный эффект и очень часто используются в терапии. Как и любой массаж, это входит в комплекс, общий комплекс нашей терапевтической помощи каждому из пациентов. В отличие от, предположим, какого-то ручного массажа или массажа одного вида, здесь можно выбрать из разных видов массажа, человек может сам составить себе то, что он хочет. То есть можем на ноги сделать себе лимфопресс, растяжение на позвоночник и, предположим, шейный отдел. То есть это все выбирается из функционально из программ, которые существуют на пульте управления. Подушечки, которые работают в отделе для ног до колена, это лимфопресс, это лимфодренажный массаж и перераспределение. Как бы у нас лимфатические сосуды не имеют клапанов, поэтому для того, чтобы лимфу поднять вверх по организму, нам нужна вот эта прессотерапия. Подушечки, которые работают здесь, это массаж, также та же прессотерапия, только на руки до локтя. Здесь у нас идет фиксация плечевого пояса для того, чтобы провести массаж шейного отдела и грудного отдела позвоночника. Эти же подушечки нужны для того, чтобы зафиксировать недвижимо плечи пациента, чтобы можно было сделать растяжку позвоночника, чтобы позвоночник был растянут. Такая не всегда не самая приятная процедура, но очень важная, особенно для тех, у кого есть проблемы с поясницей или с шейным отделом позвоночника. Это обычный массаж роликовый. Вот бегают ролики, давайте я вам открою. Вот они побежали, они бегут, такие шарики-ролики, они бегут прямо по всей поверхности. Рассчитаны они на воздействие на мышечные волокна вдоль позвоночника и косые мышцы спины.